baby, I love you so much. Ты мне тоже очень сильно нравишься. Come to me, my darling. Попались, да? Ты о чем? Что о чем? Думаешь, я не знала, что ты за моей спиной с каким-то американцем не изменяешь? Ты что-то перепутал. Я верна только тебе, ты же знаешь. Да, конечно. Верна она только мне. По-любому ты мне изменяешь. Куда ты его спрятала? Дорогой, единственное, что я могу изменить, это язык. Так что не беспокойся. Так, все, садись. Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Давай, давай. Послушай сюда, Майя. За последние 2 года наши с тобой отношения очень сильно охладели. Ты о чем? О том. До свадьбы такая идеальная, белая, пушистая. Ой, все у нас будет хорошо. Сейчас мы так с тобой заживем. Обещала там стирать, готовить, помогать. А как только вышла замуж, все. Исчезла, вечно пропадает по своим командировкам. Ну такая у меня работа, но зато я деньги зарабатываю. Ой, пирог, фрумос, деньги. Что-то по нашему пустому холодильнику это не сильно заметно. Ну я просто трачу их на борьбу с пропагандой. А тебе бы лишь бы поесть. Ничего подобного. Поесть тоже. И вообще, ладно с каким-то там американцем. Так ты еще бессовестная, у меня там это за спиной с моим соседом румыном там шмутишь, да? Если ты забыл, это мой родной брат. И я к нему хожу за советами. Так а что ты ходишь туда-сюда целыми днями? Давай, может, мы с ним объединимся, ты сразу переедешь туда со мной, будем там жить, да? Правда. А я боялась тебе об этом сказать. Это ирония, Фа. Лучше в тесноте, в бедноте, но в своей квартире, а не с кем попало. Что, кто там тебе пишет? Да так, по работе. Что по работе? Дай сюда. Кто такой Сорос? И почему он тебе пишет по 1 000 000 смс-ок в день, а? Ну, ухаживает за мной. Подарки дарит. Ну, ты же знаешь, я тебе не изменяю. Между нами ничего нет. Кому ты это лапшу на уши вешаешь? Нету ничего. Так, все, мне это надоело. Нам с тобой нужно развестись, потому что в наших отношениях нет никакой стабильности. Вообще-то, ты меня сам выбирал из всех кандидатов. Вообще-то, если бы не твои родственники из-за границы, я, может быть, тебя и не выбрал. Ну все. Ну успокойся, ну, милый, ну что ты, ну успокойся, все у нас будет хорошо. Ну потерпи еще немножко, вступим в Евросоюз, заживем счастливо, все у нас будет хорошо. Когда? Скоро. Ну, наверное, к 2030 году. А если... А может, к 2040-му. А если... Ну, скоро все будет. Ну, когда-нибудь мы же вступим в Евросоюз, и все у нас будет хорошо. Наши соседи. Каждую субботу в 20:00. Только на Аризонт ТВ.